Сегодня ожирение считается мультидисциплинарной проблемой и охватывает не только взрослую часть населения, но и детей. Нарушение жирового обмена затрагивает каждый орган и каждую систему человеческого организма. Специалисты разных профилей едины в одном. Если у пациента обнаружится нарушение жирового обмена, то первым пунктом лечения будет снижение веса, так как важно вернуть человеку исходный нормальный вес. Ожирение оценивается врачами не только по внешним показателям, но измеряется по индексу массы тела. Это вес, деленный на рост в квадрате. Если в результате деления вышла цифра от 27 до 30, то это пограничное состояние ожирения. Если индекс массы тела от 30 до 35, то это ожирение первой степени. От 35 до 40 – вторая степень, и выше 40 – это уже третья степень ожирения. Деление ожирения на эти три степени в последнее время тоже видоизменилось. Сейчас врачи больше смотрят по объему талии, что более жестко. То есть объем талии в норме у женщины не должно превышать 80 сантиметров. Если свыше этого, то считается ожирением. У мужчин же объем талии в норме должно быть 93 сантиметра. По мнению врачей, очень важно обращаться к специалисту тогда, когда человек еще не набрал лишние 20 килограмм и когда индекс массы тела еще не достиг 33-35. А тогда, когда уже видно, что идет набор лишних килограммов от 3, 5 или 6 килограммов, тогда гораздо легче привести вес в исходную норму и легче избежать непоправимых изменений в организме. Конечно, когда происходит набор веса на 30 килограмм, на 40, на 50, естественно, меняется полностью гормональный фон. И гормоны щитовидной железы, и гормоны надпочечников, и, естественно, гормоны яичников тоже. Естественно, нарушается полностью гормональная эндокринная функция. И когда мы хотя бы помогаем скинуть вес где-то 10%, мы уже видим, как гормоны сами по себе начинают нормализовываться. Поэтому в любом случае для каждого врача, когда к нему обратился пациент с нарушением жирового обмена, к тому же кардиологу, к тому же терапевту, гастроэнтерологу, просто к эндокринологу, его первая задача – это снизить вес. То есть не лечить уже что-то. Но лечение как раз-таки заключается в первом пункте – это снижение веса. То же самое ко мне, как к гинекологу-эндокринологу, обращаются женщины уже с конкретно какой-то проблемой. Как правило, эта проблема бывает бесплодие, невынашивание беременности. Очень часто у женщин с ожирением. Ну, бывает такое, что забеременела она. Как правило, бывают преждевременные роды, огромное количество акушерских осложнений во время беременности. Естественно, прежде чем даже планировать беременность у женщины, у которой есть нарушение жирового обмена, прежде всего мы будем именно с нормализацией веса, чтобы она скинула какой-то процент от своего веса, в котором она находится, но идеально это 10%, и тогда уже говорить о планировании беременности. Как правило, мы сталкиваемся с чем? Что не только вот повышается вес, да, но, как правило, все-таки, что 90% – это алиментарное ожирение. То есть человек, у человека повышается вес именно за счет неправильного пищевого поведения, именно за счет гиподинамии. И вот это реально 90-92% повышения веса. И уже потом, уже вторично, идут другие эндокринологические осложнения, которые влекут за собой именно вот само повышение веса. А так, чтобы сказать, как приходят ко мне пациенты, допустим, 150 килограмм, и говорят: «Доктор, я, дайте, ну, у меня гормоны, и сидит. Я поправилась, потому что у меня гормоны. И вот сидит и ждет, какую я ей дам волшебную таблетку». Конечно, такого не бывает. Это не гормоны. То есть она сама себя уже довела до этого. Естественно, ее гормоны уже изменились, гормональный фон нарушился. И уже мы будем это восстанавливать тем, что мы будем просто с ней худеть. Ну, это очень длительная и долгая процедура. Но еще раз хотелось бы сказать, что помимо вот этого всего, помимо того, что мы назначаем диету правильную, подбираем, увеличиваем количество физической нагрузки, конечно, само по себе вот это нарушение жирового обмена приводит к тому, что в нашем организме есть такие вещества, которые способствуют ожирению, даже те же гормоны. И вещества, и гормоны, наоборот, которые способствуют нормализации
нарушенного обмена веществ. И, конечно, происходит дисбаланс. То есть из тех веществ, которые способствуют тому, чтобы нарушился жировой обмен, это два гормона – кортизол и инсулин. То есть чем выше кортизол и чем выше инсулин, стопроцентно будет нарушение жирового обмена, чем они будут повышаться. И есть специальные тоже гормоны, вещества биологически активные, которые снижаются при нарушении жирового обмена. И когда мы их будем повышать, соответственно, мы будем помогать снижению веса и нормализации веса данного пациента. Ну, какие же эти вещества? Это прежде всего витамин D. Мы про него уже говорили достаточно долго, но я просто еще раз повторюсь, что все-таки, несмотря на то, что я всегда об этом говорю своим пациентам, и мы тоже вот в наших передачах останавливались конкретно на витамине D, даже из моих пациентов, практически у 98% из тех, кто ко мне приходит и сдает на витамин D, у всех его дефицит и его недостаточность. То есть меньше 20 нанограмм на миллилитр практически у 98% пациентов. И, естественно, если мы смотрим витамин D у пациентов с нарушенным жировым обменом, то же самое мы видим, который процент витамина D, он еще ниже. Естественно, мы его должны восстанавливать. Ну, мы берем, сдаем анализ на витамин D, и уже зная от того, какое исходное значение, мы дозировками препарата витамина D, естественно, его поднимаем. Минимальное значение для того, чтобы планировать беременность витамина D, это 70 нанограмм на миллилитр. То есть норма вообще 100-120 нанограмм на миллилитр. Такого у меня еще ни разу не было. Было только у тех пациентов, которые проводили лечение, и мы их довели до 100. Но даже сейчас считается, что очень многие наши анализы, которые делаются в России, они где-то завышают уровень витамина D на 30%. Поэтому даже если мы видим, что он 100 нанограмм на миллилитр, мы должны приблизительно понимать, что это 70. То есть первый стоит витамин D, второй – это уровень половых гормонов. Половые гормоны, конечно, которые вырабатываются яичниками, это эстрадиол, прогестерон, тестостерон. Все эти гормоны, они участвуют в процессе зачатия, да, чтобы произошла беременность. Естественно, когда у нас есть нарушение жирового обмена, но я не сказала два слова про абдоминальное ожирение, но, как правило, про висцеральное ожирение, когда мы говорим про именно ожирение, касающееся репродуктивных органов, репродуктивного ожирения, мы, естественно, мы в основном говорим о висцеральном ожирении. Ожирение – это живот, который на передней брюшной стенке, вот этот жир. Этот жир, он считается самым нехорошим, самым плохим жиром, потому что из этого жира в большом количестве синтезируются опосредованно тоже женские половые гормоны. То есть дополнительно к нашим женским половым гормонам, которые синтезируются яичниками, еще из этого жира, который на передней брюшной стенке, тоже синтезируются лишние эстрогены. И вот этот избыток гормонов, который дает, он давит на яичники, за счет чего блокируется синтез гормонов самими яичниками из вот этого избыточного количества жира. И мы сталкиваемся с такими процессами, как отсутствие овуляции, анавуляции и, естественно, нарушение менструального цикла. Как правило, у женщин с второй-третьей степенью ожирения, ну, 100% происходит нарушение менструальной функции. То есть у них по полгода могут не быть менструации. И, естественно, когда нет менструации, нет овуляции, тут само собой уже невозможна беременность. Но все-таки лечение первой степени ожирения, оно намного проще, чем второй или третьей степени. Тем более третья степень уже официально, мы считаем, должны отправлять именно к хирургу для лечения именно бариатрическими методами медицины. Как говорят специалисты, чаще всего им приходится сталкиваться с алиментарным ожирением, то есть у человека повышенный вес за счет неправильного пищевого поведения. Употребление пищи с высоким содержанием углеводов на фоне стресса приводит к выработке гормона стресса – кортизола. Этот гормон необходим для человека –
так как помогает работать быстрее, слышать лучше, видеть дальше, убегать быстрее от опасностей. И в таких моментах он полезен. Но длительный стресс, который не уходит, а перерастает в хронический, увеличивает концентрацию кортизола. При употреблении высококалорийной пищи резко увеличивается и выработка инсулина. При любой пище, которую мы потребляем, тем более углеводной пище, наша поджелудочная железа, для ее расщепления поступают белки, жиры и углеводы. И для расщепления углеводов вырабатывается в клетках поджелудочной железы инсулин. И когда уже есть нарушение жирового обмена, то вот эти углеводы, которые расщепляются на глюкозу, то есть глюкозы очень много, и она находится вокруг клеток. Но настолько уже организм извращен питанием избыточным, то клетки уже не чувствуют этого огромного количества. И вырабатывается много инсулина, и он не может помочь этой глюкозе пустить внутрь клетки. То есть мы уже не воспринимаем свой инсулин. И поэтому поджелудочная железа начинает работать на износ. Она вырабатывает все больше и больше количество инсулина. И только когда мы, допустим, вместо чтобы оно дало там, на определенный грамм пищи, допустим, определенное количество инсулина, оно дало в 10 раз больше. И только после этого, наконец-то, наши клетки его почувствовали и пропустили. Но это уже извращение. Это называется инсулинрезистентность. И вот, то есть наши клетки становятся невосприимчивы к инсулину. Естественно, развивается сахарный диабет второго типа. То есть это обязательно. То есть если есть нарушение жирового обмена, 100% идет инсулинрезистентность. То есть идет извращенный синтез инсулина. И, естественно, это будет приводить. Вот инсулинрезистентность также является основой развития синдрома поликистозных яичников в нашей гинекологической эндокринологии. То есть мы, когда лечим поликистозные яичники, мы лечим именно инсулинрезистентность, и только потом мы лечим сами поликистозные яичники. Это все звенья одной цепи. То есть это очень связано. То есть даже поликистоз считается хроническим заболеванием, таким же, как сахарный диабет, неизлечимым заболеванием, и которого надо лечить всю жизнь. Но это вот два гормона, которые как раз-таки их избыток, что инсулина, что кортизола, приводит к повышению веса. И мы говорили про те гормоны и вещества, и витамины, которые, наоборот, снижают вес. Да? Вот первым мы сказали витамин D, и витамин Д мы все-таки говорим витамин Д, хотя на самом деле сейчас официально он считается гормоном Д, да, то есть сейчас он уже получил статус гормона, потому что рецепторы к витамину Д есть практически во всех органах и системах. Опять-таки это костно-мышечная система, репродуктивная система, система иммунитета. То есть уже настолько доказано, да, что именно витамин Д при его нормальном при его нормальной концентрации снижается количество респираторных заболеваний что у детей, что у взрослых. То есть это уже достаточно такой факт, уже доказанный факт. Как говорят специалисты, чаще всего люди, которые страдают лишним весом, в детстве были перекормлены. Многие родители настойчивы в попытках закормить своих детей, что может привести к формированию неправильного пищевого поведения. Привычка «много есть» уже сформировалась с самого детства. И уже во взрослой жизни им приходится бороться с избыточной массой тела. Как правило, с детства бывает нарушено пищевое поведение, с детства начинают закармливать детей, с детства начинает идти уже этот извращенный синтез. И хочется все-таки остановиться на том, чтобы мамы очень аккуратно относились к своим подросткам, к детям и не закармливали их. Потому что уже с детства нарушено пищевое поведение, оно уже, как правило, очень тяжело будет лечиться в репродуктивном возрасте и в более старшем возрасте. Как правило, это уже извращенный синтез, который полностью изменил
все, там и гормональный фон, и работу яичников. Естественно, как правило, в таких семьях бывают и мамы, и папы, которые любят заедать все вкусненьким, и что-то плохое заедают вкусненьким, и что-то хорошее тоже отмечают вкусненьким. Естественно, детям тоже это прививают. И хотелось бы на этом тоже просто сделать акцент, что чтобы мы не закармливали детей. Это очень важно для их будущего. Это очень важно. Почему я еще раз это хочу сказать? Потому что ко мне в последнее время стали обращаться очень много именно подростков 12, 13, 14 лет с нарушением жирового обмена. Некоторые девочки приходят сами, как по сарафанному радио, а некоторых приводят мамы и бабушки. Девочка многим по 120 килограмм, 100 килограмм. И они уже понимают, что что-то не то. Естественно, им хочется быть и красивой, и так далее, но они уже приходят с нарушением жирового обмена в этом возрасте. Поэтому очень хотелось бы еще раз обратиться и к родителям тоже. Если уже видно, что у подростка идет нарушение обмена, лучше приводите их, чтобы мы уже с самого начала, с более раннего возраста, начали с ними работать и объяснять им, к чему это все приводит. Это очень важно, потому что потом они придут ко мне уже с большими проблемами, и которые будет очень сложно решить.